Один за всех и все за одного. Впервые наша сборная по фехтованию «Сабля к сабле, рапира к рапире» в нелегком сражении привезла 7 олимпийских медалей, 4 из которых золотые. И все эти медали по праву можно считать заслугой любимого клуба чемпионов ЦСКА. В минувший понедельник мы встречали наших олимпийских мушкетеров, которые вернулись домой с победой в самых важных в их спортивной карьере поединках. Мы приехали, чтобы победить, эй, чтобы победить, эй, чтобы победить, эй! Золотой сначала стала команда раперистов, а затем и команда саблисток. Я уже сказала, я безмерно счастлива. Я теперь понимаю, какой труд проходит олимпийский чемпион, завоевав золотую медаль, наивысшую награду. Копилку сборной России также пополнили не менее значимые по достоинству серебряная медаль Софьи Великой и бронзовая медаль Тимура Сафина. Двукратной чемпионкой стала Яна Егорян. Надо отметить, что это было первое выступление фехтовальщицы на Олимпийских играх, и она уже успела завоевать любовь миллионов россиян. Победа Егорян стала настоящим триумфом для всей страны, для ЦСКА, и триумфом эмоций для самой спортсменки. Я была сама на эмоциях, и все были на эмоциях, поэтому, естественно, даже не помню, что конкретно говорилось, но, естественно, это были слова радости, счастья и успеха. Клуб ЦСКА делает все для того, чтобы я тренировалась в комфортных условиях, чтобы у меня не было никаких проблем непосредственно с вещами, с экипировкой, поддержкой. Только вперед и не сдаваться! Яркой и фееричной стала победа в Олимпийских играх 2016 года раперистки ЦСКА Инны Дзереглазовой, которая, можно сказать, и задала золотой старт для российской сборной по фехтованию. Спортсменка отметила, что армейский клуб стал хорошей базой для подготовки к Олимпийским играм в Рио. Это мой любимый клуб. Я очень рада, что я выступаю в клубе ЦСКА. Клуб ЦСКА всегда поддерживает при любых обстоятельствах, при любых моментах. Красно-синий самый сильный.